Господь мой Бог, Творец вселенной, молитве слабой и презренной внемли. Внемли святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным, безразличием, глубокой горечью моей проклял меня, изгнав пустыни, где я страдаю и до ныне. Несчастный жребий свой влача, где жизнь гаснет, как свеча, где постепенно умирая, мольбой смиренную зывая, губами тихо шевеля и мокрыми слез глазами в ночную высь, небес глядя, Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужны всякие благ, хотя я болен, нищ и наг, но умирая постепенно, проказой страшной поражен молю, услышь мой слабый стон, пошли мне смерть, но смерть мгновенно, пошли мне смерть без всяких мук, прервав мучительный же круг, мне будет сладким утешение, навеки с ней уйти забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым, тебе признаюсь, потерял. Мерцали серебром светило, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа усталая стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья. Несчастье горького, друзья. Им сон короткого мгновения, на миг дарив успокоение. Подняло солнце, день настал, что нам даст, никто не знал. Друзья, проднявшись, путь пошли, я, как и прежде, оставал. Картина мрачного конца вырвалась снова с нам, к нам в сердцах, и, как и раньше, жаркий зной палил на все, и мне порой казалось жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но потом я с удивлением заметил, что нас с дороги кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый воп моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крика помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял и со страданием смотрел какой-то путник. Я не знал, кто он. И также не посмел кричать с друзьями, только взглядом, в надежде ставши с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его внезапно встретив я, вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой он нежной теплотой он на меня смотрел. Так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват. В их душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И вскрытым сердцем он узнал, когда от Творца о небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, о чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. Скорее, идите покажитесь священнику. И мы ушли. Но я друзей уже в пути спросил о нем, кто он, скажите. Из них ответил мне один, тот царь, Мессия, Божий Сын. Мне непонятно до сих пор, как все это произошло, но боль, страдания и позор внезапно мигом все ушло. Себе почувствовав исцеление, я замер в сильном изумлении. Исчезли мигом сердце муки, здоровое тело, ноги, руки. И крик взлетел в небес покров. Творец, Творец мой, я здоров, Творец. Горло сжало, в слезах потоками повало. А то, что в душе своей имел, мне трудно это объяснить. К стыду скажу, я не умел благодарить. Кричали, плакали друзья со мною вместе. Исцеление мы имели. Ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал, да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги и громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге, и снова, снова повторял. Не в красноречии словах,
но с благодарностью в слезах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: а где же остальные? Мне стало больно. В этот миг я вспомнил об остальных. Я вспомнил, как они просили, но чтоб прийти к нему склониться, склонить сердца свои лица, позабыли. Вздохнув, он отпустил, но перед тем благословил, и как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти отлетел, как птица. Я представлял себе родные лица, в восторге встречи и объятий отца и матери, и братья. И крики радость на устах, и слезы счастья на глазах, и снова слилось все в одном, скорее родной вернуться дом. Вот и пришел я, ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, глядя с великим изумлением, не передать мне радость знакомых и друзей моих. Немногое времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом Святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать Творцу хвалу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы Он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот, вдали глазам моим пристал с величием святым наследие древних отцов, краса земли, Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшийся с толпой, к нему, как прежде, приближался, с народом вместе я спешил, но был немного удивлен. Когда поднял свои глаза вдали, увидел три креста. Кто там был распят, я не знал. Я поскорее поспешил и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли, то ко мне не отвечали. Потом лишь прошептал один, то царь, мессия, Божий сын. Я верить не посмел ушам, ушам не смог, но вот глазам, возможно, разве позабыть его лицо, лицо родное, насколько близкое, святое, взять, оплевать его, избить. И застонал я, Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь от страшной муки ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной. Кто только что тебя поднял в мучании страшной над вселенной? Мой взор туманился от слез, и застонал я, о мой Христос. И дальше говорить не мог, лишь повторял себе, о Бог. Сплетенным терня венец, чело я звил. Но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал, Отец, Отец, зачем оставил ты меня? Померкло солнце, тьма сошла, народ бежал, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал, но преклонив свои колени, сквозь слезы с болью прошептал: Господь мой Бог, Творец вселенной, молитвы слабой, но священной, внемли. Внемли святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей. Когда я смертью я звал, Он вместо смерти жизнь мне дал. И жизнь эту принимая, ее тебе я возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я твой. Аминь.